Всем здравствуйте! Сегодня я исполню для вас стихотворение Анинского Иннокентия Федоровича. Если б вдруг ожила небылица, на окно я поставлю свечу. Приходи, мы не будем делиться, все отдать тебе счастье хочу. Ты придешь, и на голос печален, потому что светла и нежна, потому что тебя обещали мне когда-то сирень луна. Но бывают такие минуты, когда страшно и пусто в груди. Я тяжел и немой, и согнутый. Я хочу быть один. Уходи. Всем спасибо.